Новые подробности о жестоком убийстве семьи, чьи трупы были обнаружены в начале недели. 9 месяцев спустя. Я не хотела переезжать сюда. Мы больше не можем жить в старом доме. А события в моей книге происходят здесь. На этот раз она интересная? Это будет лучшая книга из всех до сих пор написанных. У меня очень хорошее предчувствие. От продюсеров фильмов «Паранормальное явление» и «Астрал». Невероятно. Целый семейный архив. Барбекю в 79-м. Это семья, которая жила в этом доме. Так это серийное убийство? Я не знаю. Первые пленки датированы 60-ми. Единственное связующее звено – это символ. Этот символ принадлежит языческому божеству по имени Багул. Он пожирает души человеческих детей. Единожды его узрев... Никогда я еще не сталкивался с явлением такой силы. Древние христиане верили, что Багул живет в изображениях, которые являются порталами в его мир. Спасения нет. Дети, увидевшие его изображение, оказываются во власти Багула. Дорогая, что ты делаешь? Рисую. Хочу нарисовать ее портрет. Кого ты имеешь в виду? Стефани. Она здесь жила. Тревор? В чем дело? Что случилось? Сажай детей в машину. Мы уезжаем. Немедленно. Синистер. С 4 октября во всех кинотеатрах.